Для меня этот год стал уникальным и знаменательным, поскольку я стала обладательницей короны национального конкурса «Мисс Россия». Впереди новое открытие и возможность заявить о нашей стране на международной арене. 22-летняя мисс Россия Анна Линникова прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». Несмотря на множество негативных комментариев в соцсетях и тенденцию на политизированность, россиянка покорила членов жюри. Russia. 22-year-old Anna is an art history student with her own clothing brand. На конкурсе национальных нарядов уроженка Оренбурга выступила в костюме, стилизованном под эпоху Романовых. Длинное красное бархатное одеяние, украшенное жемчугом и полудрагоценными камнями, создавалось петербургскими дизайнерами в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем. Как призналась сама девушка, конкурсантки весьма доброжелательно к ней относятся. Прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная» и представительница Украины. Виктория Апанасенко вышла на сцену с мечом. Ее костюм, по задумке авторов, символизирует воина света. The capital city. This warrior of light will help in their fight, Ukraine. Украинка была не единственной, кто вышел на подиум с оружием. Мисс Ямайка появилась на публике с саблей. Красавица из Сальвадора вышла в костюме биткоина. Представительница Аргентины и ее костюм, вдохновленный водопадами Игуасу. Кристина Аянян из Армении и вовсе дополнила костюм политическим заявлением. Немка своим выходом почтила память дизайнера Карла Лагерфельда. Ну что ж, последний этап конкурса состоится 14 января в Луизиане. Как думаете, кто победит? Напишите в комментариях.